Друзья, всем привет! Так получилось, что мне понадобился дизайнер интерьера для моей новой квартиры. Уверен, что в Киеве, где я живу, я легко смогу найти дизайнера. Но мне хочется, чтобы этим дизайнером стал кто-то, кто имеет отношение к моему каналу. Кто-то из подписчиков или их близких. И не имеет значения, из какого вы города. Благо, интернет позволяет легко работать на расстоянии. Поэтому, друзья, если среди вас, ваших знакомых или близких есть дизайнеры, дайте им мои контакты, они будут в описании. Пусть напишут свои условия работы, пусть покажут свои работы, и, возможно, мы с кем-то и подружимся. Я планирую снимать видосы во время ремонта, ну и, конечно, везде буду рассказывать, кто был дизайнером моей квартиры. Так что это будет дополнительная реклама для того человека, кто займется проектом. Расскажу, что это за квартира. Она находится в Киеве. Это жилищный комплекс «Медовый». Квартира большая, двухуровневая, 133 квадратных метра. Две открытые лоджии по 15 квадратов, которые застройщик называет террасами. Высота потолков 3 метра и много панорамных окон от пола до потолка. Конечно же, дизайнер должен быть грамотным, потому что я пока даже не могу понять, как в этой стеклянной квартире устроить систему кондиционирования. Наверное, учитывая трехметровые потолки, систему нужно будет вести по потолку. Но я так еще никогда не делал. Раньше все было стандартно. Штроба в стене и внешний блок на фасадной части дома. А здесь, где все из стекла, понятия не имею. По времени. Сроки позволяют. Никого торопить я не буду. Хоть месяц, хоть два, хоть три. Важно найти человека, с которым мы будем понимать друг друга.